Краун первый. No сигнал. Нет сигнала. Так. По-моему, тут появятся джиггердауны. Или как они там называются, блин. 4 на 4. Ну давай, пошли, пошли. Привет. Хедшот получил. Так, одну очко набрали. А чё, тачку спрятали? Чё? Это чё было? Второй раунд, что ли, уже? Давай, пошли, блин. Тут закрыто. Так, блин, надо. Все, никого здесь нет? А, есть, есть кто-то. Привет, привет. Ух ты, блин. Что-то так быстро он уложил меня. Остался в наблюдателях. Да, GTA скачена. Не, не на SSD, на HDD. На жесткий диск. Привет. У меня на SSD этот Windows идет, а все остальное, ну, игры в основном на жестком диске. Так, блин, броник забрали уже. Четко. Ух ты, блин, капец, надо было мне не кувыркаться. Ну да, 408 гигабайт SSD. Да, немало, в принципе. Плюс 2 терабайта обычный жесткий диск. Это я убрал этого. Отлично. Там еще один остался чувачок. Да я не знаю, вроде SSD, я не в курсе, если честно. У меня SSD-шный и обычный HDD. А как там он идет, планку без планки, не знаю. Оперативка идет планку, две планки. Оперативки, две штучки по 8. Ты, блин, спрятался как-то. Так, броник не помешает. В любом случае. Раунд победы. А, это только первый раунд был. Ну, тогда два раунда будет достаточно. ПК, да, ПК, в принципе, неплохой. Ожидаем второй раунд. Че, в РП не играю? Не нравится. Кстати, начинал с РП
игру покупал для РП, но не зашла эта тема, к сожалению. Обычно онлайн GTA мне больше нравится. Тут больше интересные задания, чем в РП. Что такое вообще происходит? Хедшот? Блять, второму не смог сделать хедшот. Привет, привет. Так, я остался в наблюдателях. Раунд выигран. Второй, что ли, выиграли? Ну, РП, да, это... РП, ролеплей, ролевые игры. Реальная жизнь. Да что-то не заходит мне. Не знаю. Вот эти вот учить, что там... Отыгрывать, заигрывать. Да неохота учить, короче. Собеседование проходил, 3 раза не прошел. Последний раз почти прошел. Сказали, мне приходит завтра, но я так и не пришел. Так, справа не все. Броник надо взять, вот же ж. Ненужный. Остался один чувачок. Убрали его. Да, кому-то РП, кому-то онлайн нравится. Что лучше докупить, его я не смогу подсказать, к сожалению. Я в этих делах не очень. Ну что, видеокарта неплохая у тебя. Проц. Так, оперативка 2 штуки. HDD. Сложно сказать. Вроде все неплохое. Насчет процессора могу сомневаться немножко. Насколько он силен будет, блин. Хитрый, блядь, спрятался. Так, остался в наблюдателях. Оператива надо и SSD надо. Раунд победа? А, ну это уже и матч победа. А, не, еще нет. Странно как-то. Ух ты, блин, я аж испугался. Хедшот. И мне тоже. 16 оперативов нормально, конечно. 16, я думаю, достаточно будет.
бегает туда-сюда. Хедшот. А тебя сегодня нападали? Чего это вдруг?